Вот у вас есть, например, ребенок, у вас есть ребенок, он хорошо в математике, но у него плохо английский язык. Репетитора на что надо нанимать? Вот это очень важно понять. В что у него сильнее, усиливайте. А мы, советские люди, у нас всегда мы боролись со своей слабой стороны. Это наш менталитет от Советского Союза осталось. Запад, Европа, Америка, они усиливают сильную сторону, и недостающее звено не тратит энергию, время, найдет другого, у кого твоя слабая сторона для него является сильными. А мы делаем наоборот. Мы говорим, что вот это твой слабый сторон, ты должен работать над него, ты должен его поднимать, ты должен его исправить. А ты пока время тратишь на это, ты ни туда, ни сюда останешься. Кто теперь понял? Вот это менталитет наш, нам надо изменить. Мы просто боролись. Например, нам всегда говорят, мужчина не должен плакать. Почему? Пусть плакает. Я психологам скажу, плачь. Я каждый день плачу. Я каждый день, когда намаз читаю, плачу. Поэтому я все ли, когда живу. Она должна быть гармония. Кто из вас видит, что ваши дети, если много смеются, потом плачут? Или проснется, тупо плачет. Непонятно, почему-то плачет. Потому что должна быть гармония. Вы не каменные. Понимаете, однажды мой наставник мудрец мне сказал, слезы очищают твою душу. А в них ничего плохого нет. Знаете, слабость это не признание, признание ошибки это не слабость. Признание недостатки это не слабость. Это огромная сила. Согласны? Это огромная сила. Ой, питаться другим, показаться вот сильными, вот это глупость, настоящая глупость. Мой совет к вам. Правую руку поднимаем, обнимаем соседа слева и справа, где вам удобно, в общем, или обоих обнимать, что делаете, делаете. И говорим такую вещь. Стань сильнее, чем кажешься. Стань сильнее, чем кажешься. Будь богаче, чем про тебя думают. Будь богаче. Будь умнее, чем кажешься. Будь умнее, чем кажешься. Будь мудрее, чем про тебя думают. Будь мудрее, чем про тебя думают. Десятикратно. Десятикратно. Кто меня хорошо понял? Еще раз. Это настолько важно, это слова мне передавать. Стань сильнее, чем кажешься. Будь умнее, чем со стороны про тебя думают. Будь богаче десятикратно больше, чем про тебя думают. Это настолько важно, словами мне не предавать это. Я вижу, что огромное количество людей у них наоборот. У них наоборот. Понимаете? Они шлуха. Одну показуха, черт побери. Есть истина, кажется истина. Я видел огромное количество людей, которые со стороны, ты когда думаешь, ой, какой крутой. Но когда чуть-чуть общаешься, он такой пустой внутри. Поняли, да? Большинство вот так выглядит. Со стороны это привлекательно, правда? Со стороны это круто, правда? Ярко, видно. А это вообще не видно. Вы должны это нарисовать для себя, делать выбор. Это выбор, ребята, это выбор. Выбор. Вы либо со временем окажетесь таким, либо вот таким. Один из них. Выбор. Всегда человек делает выбор. Знаете, недавно я посмотрел один фильм. Мне понравилось он пара. Я всегда конспектирую фильмы. В самолете видел, но он не успел конспектировать, для себя видел. И тут этот парень, альпинист, он попал в Тибете, а он поехал туда подниматься, Брэд Питт играет. И потом, это время война, он гражданин Германии оказался, и в тот момент как раз они объявили войну в 1939 году против этого королевства, это Англии, и соответственно, что произошло? И их всех, как военные пленники, поймали, отвезли в Индию. Индия же была территория королевства, и его забрали, на тебе отвезли, по турму загнали. И оттуда они несколько раз побег, в общем, он убегает, попадает в закрытый город, который храмит. Далай-лама, там, который все едет молиться. Туда вообще иностранцев вообще не пускают. Каким-то образом они туда попали. И он туда попал, и вот ему, в общем, портниха одежда делает, и
внимание, ключевой момент такой был для меня, озарительный момент. Вот партнеры ходили для него, и она говорит ему, какая глупая игра у тебя питаться постоянно покорять вершин. А он говорит, я альпинист, понимаешь, я спортсмен. Ты знаешь, это достижение, это гордость. И открывает свой этот фотоальбом, показывает свои достижения. Понимаешь, это вершина того. Я это покорил вершин того. Ты понимаешь, я приехал сюда, это Гималай. Я хочу покорять это вершин. Ты понимаешь, это достижение. И тут эта девушка, она простая портниха. Она так разговаривает, как будто какой-то монах. Она смотрит на него, говорит, да, говорит. Ни один тибетский человек не поставил бы на показ свои достижения. Он говорит, ты понимаешь, дело в том, что вы во всем пытаетесь добиться вершины. Вы во всем пытаетесь. И гордитесь этим, что вы добились вершины. А ты знаешь, вот она, еще одно большое отличие нашей культуры. Вы пытаетесь, да, это, вот она, вот эта портниха, ему рассказывает прямо так. И она говорит, вы пытаетесь, говорит, гордиться, что вы чего-то добились. И во всем пытаетесь вершины. Вершины карьеры, вершины богатства, вершины славы. И даже вам теперь не знаете, что, вершины горы поднимаетесь. А вы знаете, говорит, у нас как? Ваш народ восхищается тому, кто поднимается на вершине карьеры, вершине успеха. А наш народ, говорит, восхищается тем, кто мог отказаться от своего «я». И внимание, братья, это абсолютно разные культуры, да? И говорит, а наш народ, говорит, восхищается теми, кто смог отказаться от своего «я». Теперь внимание, это абсолютно противоположно, так? И она говорит, ни один тибетский человек не поставил бы на показ свои вот таких достижений. Я сидел, думал, черт побери, я между ними. Это очень сложно. С одной стороны, тебе хочется быть успешным, расти, а с другой стороны, я очень хочу быть духовным. Я сидел, думал, ё-моё, это такая сложная вещь. Вот этот эпизод увидел, и самолет сидел, мне пришлось отключить.